МЧС сообщает о возможности новых паводков в столичном регионе. Осложнение обстановки связано с выходом южного циклона. Осадки могут вызвать затопление пойм и понижение участков рельефа, а также расположенных в них построек. В зоне риска Можайский и Нарофоминский округа. Угроза не исключается и для Одинцовского городского округа, предупредил глава муниципалитета Андрей Иванов. Предупреждение сохраняется минимум до 15 часов 15 июля.